Настя прямо сейчас пересматривает видео. Я не успел вообще ничего, еле смонтировать успел. Прямо сейчас еле-еле ем. Всем доброе утро. И я уезжаю в Екатеринбург, Настя остается в Перми. Будет два разных влога, поехали. Все, встретился с Вованом, новое лицо, всем привет. Мы уже снимем ВКБ, как будем получать билеты. Да, мы уже, короче, снимем, когда мы будем в ВКБ. Настя там, я не знаю, что он будет снимать такого интересного. Вот, еще более подробно в ВКБ расскажем, как получить билеты, как это все, насколько это все через сраку и... В общем, вы понимаете. Пашка уехал, как-то стало грустненько. Сегодня я буду вести день одна, Пашка тоже один. В общем, по отдельности, и не знаю, что из этого получится, думаю, будет круто. Смотрите, как я соберусь по щелчку пальцев. Это волшебство. Я так быстро оделась. На самом деле одевалась не быстро, потому что делать эти кудряхи очень-очень долго. Итак, сейчас я пойду в магазин, займусь такими домашними делами, ну, вы будете думать со мной. И еще, девчонки, я хотела поговорить с вами на такую тему, ну, в основном девчонки, потому что парням, я думаю, это будет не очень интересно. Я хочу готовиться к лету вместе с вами у себя в Инстаграме. Думаю сделать марафон, в котором я буду выкладывать упражнения, которые я делаю, питание свое писать, делать фотки и как-то вместе мотивировать вас, и чтобы вы мотивировали меня. И напишите в комментариях сейчас под этим видео, будет ли вам это интересно, и если да, то я вообще с удовольствием это сделаю. Будем вместе с вами худеть к лету, приводить себя в форму и будем красотками. Вот так вот. А сейчас мы с вами пойдем по магазинам сходим, купим продукты, ну и просто что-нибудь посмотрим, погуляем. Вот. Вот мы подходим к этому замечательному входу. Слушай, тут народ есть. Даже не ты есть. Короче, страшно пока все. Что сейчас? Билет распечатать? Да. Сейчас я вам скажу, заявки надо вам заявки? Так, на кого была заявка? На меня. Так, это ваш билетик. А, они там еще именные уже? Да, они именные, там указано ваше имя, можно открыть, посмотреть. Ваше имя указано, номер заявки общий. Ну и, соответственно, дата, матч. Вот он, билетик наш. Все, спасибо девушкам большое. Историческое. Спасибо, будем стараться. В билете встроен чип, его нельзя мять, билет, его нельзя гнуть, нельзя трогать, нельзя складывать, в общем. Ну вот все тут юморим по поводу того, что билет легко сломать, а его ломать нельзя, и тебя домой отправят с ним. Вообще, но сейчас... Вход в стадион, пойдешь обратно. Получаем фан ID, наш паспорт болельщика, и все будет хорошо. Да. Тут большинство окон вообще пока что не работает, пока что нету спроса огромного, видимо. Но когда будет уже поток, когда будет народ, когда будут матчи, я чувствую, здесь будет прям жарко. И потно. Короче, кто хочет, лучше сейчас получать. Тем более даже сейчас у них все как-то через одно место чувствуется, прям идет. Но скажите, здесь можно перефоткаться зато? Если у вас неудачная фотка, придете у вас... Профессионалы сфоткают. Она у всех неудачная, мне кажется. Там все, лишь бы это приняло по этим, по параметрам. Там на сайте по параметрам как-то сложно ее загрузить. Если ее приняли, ты уже думаешь, ой, вообще пофиг, давай уже следующий пункт. Сейчас нас перефоткают, мы получаем паспорт, получили билет уже, как вы видели. И пойдем фоткаться. А я улыбаться могу или нет? Да. О, у меня даже более умение. Ну все. Красавчики готовы. Зашла, хочу померить такую джинсовку. Штаны. Мне почему-то стал привлекать очень спортивный стиль. Очень сильно. И такой. Чтобы было удобно и свободно и легко. Так нравятся эти кудряшки, такие классные. Напишите мне вообще, идут эти кудряшки или нет. Джинсовка очень классная, вообще крутая. Но, не знаю, посмотрю еще какие-нибудь джинсовки. Взяла вот такие вот штаны.
позитивные, они оказались просто печалькой, ужасными. Как всегда. Смотрится красиво, надеваешь ужасно. Думаю, пока это мой самый-самый любимый стиль сейчас. Перестала носить платье, каблуки, туфли и стала пацанкой. Самое главное, чтобы было удобно. Минус вообще Зары в том, что ужасные тут примерочные. Это рай для парней. Парни, приходите сюда, поглядывайте за девчонками. Я поняла, что я хочу, чтобы у наших костюмов вот такой же был фасон. Чтобы здесь было такое же горло. Такие же рукава. Видите? Тут оно укороченное и смотрится свободно. И, блин, я не знаю, постараюсь, чтобы было вот так же. Мне прям нравится. Цвет классный. Кстати, совсем скоро будем уже начинать делать свитшоты. Они будут мятного цвета. Большинство проголосовало за мятный цвет. Победили вы, кто мятный выбирал. Он очень классный, очень летний. Так что мы приняли решение сделать мятный цвет. Я уже пришла за продуктами, так, выбираю. Хочу сегодня сделать рыбу. Я прям давно так не ела рыбу, прям очень захотелось. Так, тут всякие простыни, мне это не надо. На улице солнце, но ветер, и это вообще не очень. Ходила, смотрела всякие вещи, всякие луки себе составляла. Мне очень понравились белые джинсы. Кстати, почему? В ванной горит свет. Это я что, не выключила его? Вот я тупая. В общем, про джинсы. Мне понравились джинсы. Но, когда им не понравились, они тут же мне разонравились. Когда я узнала, что все деньги, все карточки, все уехало с Пашей в Екатеринбург. Сегодня все уехало в Екатеринбург. Ну что, приготовим рыбку? Я так по ней соскучилась. И так тебя хочу съесть. Так, что нам нужно для рыбы? Я взяла какую-то приправу, не знаю, так-то вообще лучше сделать без приправ. Соль, перец, чесночок можно сделать и лимончик. Все, больше ничего для рыбы я не использую. Она получится просто брависсимо, божественно и за гранью богоподобия, потому что это лосось, он такой жирненький и дает очень много влаги. Короче, он не сухой. И сделаю салатик. Рыбку я отправляю в духовку. Больше ничего не буду с ней делать. Лимончики добавлю в конце. Готовься, моя любовь. Мой ужин готов, наконец-то. Я уже поработала, уже сделала все дела. Сейчас буду кушать, наконец-то я буду есть эту рыбу. И так ее хочу. А еще, вот знаете, лох во мне просто вот вселился и не хочет уходить. Я как бы все сразу рассыпала. А их тут капец как много. Сейчас покажу. Как бы... весь пол в стразах! Как их собрать? Вот чему я и посвящу свой вечер. Мне кажется, я буду собирать их, пока Паша не приедет в 2 часа или в 3 часа ночи. Очень веселое занятие. Сил мне. Сил. Ты завис, маленько. Я там тоже, я тут тоже чуть-чуть влог поснимал. У нас такие отзывы хорошие в последнем видео. Да? Я знал, что так будет. В смысле, да, ты не заметила? Я заметила.
Слышишь? Да я только что работала, короче, капец. Короче, ложись спать, я приеду часа в 3 ночи. О, друзья, время 23:39. Вот, времени. Я сделала маникюр, мне почему-то приспичило, надо чего делать. Вот, обычный самый классический маникюр. В последнее время не люблю какие-то дизайны, стразы, рисунки. Люблю просто аккуратные ногти и все. Если честно, то я не люблю засыпать одна. Мне как-то не по себе. Становится страшно. И вообще я люблю так уснуть, когда Паша смотрит какой-нибудь фильм. И не о чем не волноваться. И прям спокойствие, чтобы у меня было на душе. Не люблю вообще одна засыпать. Просто. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сегодня был мужской день, был женский день. И мне было грустно и непривычно без Пашки вести день. Завтра будем вместе, и так соскучилась. Даже, кстати, прикольно так поскучать, не побыть вместе. Но у нас такого не было. Сегодня было хорошо, но завтра будет лучше. Потому что Пашка приедет, и мы будем вместе.